Кубы на канале Брошоу Пэт. И меня зовут Шерлок. Что-то мне скучно. Надо, наверное, с батей поиграть. Бать, давай с тобой поиграем в канатик, а? Ай, Шерлок, не хочется. Я занят. Ты все равно ничего не делаешь, бать. Тебе, бать, всегда не хочется. Ты просто лентяющий. А еще на меня говоришь, что я лентяй. Тогда, бать, есть хочу. Пошли жрикать, а? Ой, Шерлок. Ну пошли, насыплю тебе еды, пошли. Неужели мне котлетка с колбаской перепадет? Ну, бать, хочу только вкусненького. Какое вкусненькое? Тебе можно только твой этот сухач, сухой корм. Бать, мы с тобой так не договаривались. Я не хочу сухого корма. Шерлок, котлеты люди едят, а у тебя вот сухой корм. Для собак все сбалансировано. Так всегда. Себе котлеты, а мне сухой корм. Не хочу быть собакой, хочу быть человеком. Батя, всегда вкусная еда. Всегда самая лучшенькая. Не то, что мне накидают этого сухача. Ешь его, ешь. Точно, хочу быть человеком. Короче, все, пошел я спать. Вот только представить, как хорошо. Просыпаюсь, и я человек. Делаю, что хочу. Играю во что хочу. Ем, что хочу. Вот это не жизнь, а малина. Ой, что-то я не понял. Что-то я тут сплю. Я ж в клетке спал. Ух ты! Это что? Я в батю притворился? Ой, превратился! Точнее, в большой пуз. А ну-ка попробую встать. Вау, получается, стою. Вот это крутенько. Теперь я такой большой. И чесалки у меня зачетные. И за ухо можно почесать. И даже шею хорошо почешу. Вот это крутяк. Чесалки у меня, конечно, шикарные. Подождите. Если я превратился в батю, то кого превратился в батя? Батя, бать! Я не понял, кто меня зовет, а? Это что я в Шерлока клетки делаю? Подожди, что-то я вообще ничего не помню, а? Подождите, а что это у меня за лапы? Хвост виляет, когда... я что, в Шерлока превратился? Капец! Это же Шерлок тогда, а? Ах, как крутенько! Я балдею! О, бать, вот ты где, я тебя звал! Бать, так ты теперь на меня похож! Шерлок, ты что сделал? Ты что вытворил? Как ты в меня превратился, а я в тебя? Я ничего не понимаю, а? Бать, я ничего не натворил! Это просто я стал тобой! Ну все, бать, я есть! А ты как хочешь! Ух ты, холодильничек! Шерлок, ты даже не вздумай, куда пошел, оставь холодильник в покое. Шерлок, ты же знаешь, тебе кроме сухого корма вообще ничего нельзя. Аллергия вылезет, что тогда с тобой делать, а? Даже не вздумай, у тебя должно быть сбалансированное питание. Не смей есть человеческую еду. Бать, какое сбалансированное питание, ты че? Сам такое ешь, я буду есть все вкусняшки. Вот это да! Вот это вкусняшек! Шерлок, мясо не смей трогать. На колбасу даже не зарься. А про икру даже просто вообще забудь! Про чё говоришь, бать, забыть? Про икру, походу, самое вкусное. Ух ты, это бать, а? Это? Ну-ка, сейчас попробуем, а, бать. А, бать, забери. Не заберешь, вот так тебе надо, ты же теперь маленький. Шерлок, я тебе что сказал? Ну-ка на место поставь! Шерлок, поставь на место! Не, бать, не поставлю, не отдам! Не дождешься! Ой, ням-ням, как вкусненько!
Дарлак, ты куда языком полез, а? Сейчас своих слюней в икру красную напустишь. Возьми вот здесь, в шкафу, вон ложку, вилку. У тебя же руки есть, давай. А мне и так, батя, вкусно. Отлично, очень вкусно. Ай, хорошая горка. Шерлок, ну, мне оставь, а? Шерлок, я тебя устрою, а? Будешь знать, как мою еду есть, ну, ушастый. Главное, мои йогурты новые не заметил. Чё, бать, говоришь, йогурты? А, вот эти, что ли? А, бать, вот эти точно. Шерлок, лучше поставь на место. Шерлок, сейчас как заберу тебя, смотри, еще накостыляю. Что-то не открывается. Хе, бать, ничего ты не накостыляешь, ты же маленький. Ух, и вырастил на свою голову пса, а? Что ж тут замуровали-то так? Что не открыть ничего? Эй, глупый ты! У тебя же руки есть! Руками-то воспользуйся, а! О, так чесалки, это руки, походу! Круто работает! Вот это я даже не ожидал! Ну чё, попробуем, батя, зачётно! Ох, как вкусненько! Шерлок, ну ты и олень! Стакан наклоняй и пей! Чё-то, бать, миска неудобная! Шерлок, люди не лакают, как собака, а пьют! Ой, Шерлок, еще за тобой убирать миску надо на место ставить, ё-моё! Не, бать, твой способ не работает, чё-то, а? Так ты так сильно не наклоняй, по чуть-чуть! Ах, вкусненько, бать, вот это у тебя еда! Это хорошо быть батей, а, бать? Отлично! Ну что, бать, играем, а? Играем, не отдам, не отдам, бать! Ну-ка, отдавай сюда, мне сейчас не до игр! Быстренько отдал! Бать, ну ты сейчас играть не хочешь, ну ты ж собака, давай играть, а? Какое играть? Мне сейчас на работу надо! Звонки вон, на телефон отвечать, документы готовить, уезжать уже скоро! У меня, между прочим, рабочий день начался. Теперь, между прочим, ты в моем теле. И сейчас будешь на звонки отвечать, работать и в город поедешь. Так что давай, готовься. Не, бать, моя работа – это канат играть. А твоя работа – документами возиться. А сейчас моя работа – это твоя работа. Так что давай. Бать, я сейчас кое-что вспомнил. Когда я себя плохо вел, помнишь, как ты делал? Вот так. Батя! Место! Место, батя! Бать, на место! Вот так сиди, батя, понял? Никакую работу я не пойду! Шерлок, открой меня быстро! У меня совещание серьезное, очень важное, через час! Давай быстрее! Ой, ой, а что это такое? Что такое звонит? Что-то я совсем испугался, ой. Это что такое? Ах, это точно же руки есть. Батя звонит, пусть отвечает. Шерлок, это может быть начальник звонит. Ну-ка, быстро отвечай. А то я из-за тебя еще и работу потеряю. Ничего, бать, не знаю. Я сплю, у меня тихий час. Опять звонят. Да что такое, жизни нету. Ой, Бать, это тебе! Тебе, бабс, бать, звонят! Батя, тебя звали! Да, алло, здравствуйте! Да, я сейчас на совещании, через час могу быть. Все, хорошо, да, до свидания. Ой, фу, бать, похоже, пронесло. Да уж. Бать, а че ты так намочил, наслюнявил телефон? Это не важно, Шерлок, давай. Одевайся, собирайся, бери ключи, едешь на совещание. Бать, это что, в этой клетке ехать, которую я не люблю? Ой, не, бать, не хочу. Значит так, меня с собой берешь, за рулем ты поедешь. Я тебе в дороге все расскажу. Шерлок, куда убегаешь? Ну-ка, давай быстро собирайся. Не, бать, я на диване. Если сейчас сорвется этот важный контракт, забудь вообще про вкусняшки на всю жизнь. Бать, какие вкусняшки? Ну ты чего?
Я же ездить за рулем не умею. Вот поэтому ты и должен быть собакой, а я человеком. Ой, у меня уже от тебя голову сводит, шею ломит. И спина зачесалась, почесаться нечем. И стал я каким-то псом вонючим. Между прочим, я не вонючий, так тоже умею. Ой, как же тяжело быть таким псом, как ты, Шерлок. Ой, все, пошел я спать. А, бать, я тоже посплю. Бать, бать, просыпайся. Ты че тут среди дня спишь? Давай играть. Ох, Шерлок, приснится же такое. А че тебе, бать, такое приснилось? Что, колбасинцы я? Или косточка большая? Фу, Шерлок, пошли я тебе колбасы дам, хочешь? Конечно, бать, хочу! Давай пошли скорее! Пошли, Шерлок, пошли колбасы дам. Пошли, мой хороший пес, пошли! А вы были на канале Брошу Бет, ставьте мне лайки и не забудьте подписаться на мой канал! Пока-пока!